Мама – это сериал, авторы которого повествуют историю об одной несчастной девочке, подвергшейся в раннем детстве жестокому обращению со стороны своей собственной матери, сотрудницы одного из местных павильонов и ее любовника. Но девочка, несмотря на свою непростую жизнь, наполненную лишениями, удивительным образом не теряет оптимизма. Она постоянно фантазирует, придумывает новые миры и строит воздушные замки. Это помогает ей скрашивать свое существование. Туча, именно так ее зовут, уверена в том, что рано или поздно все наладится, и она сможет стать счастливой, а пока нужно просто подождать. Ее надежды начинают осуществляться в тот момент, когда она встречает Зейнеп. Зейнеп ожидает ответа от престижного учебного заведения, чтобы не терять свое время, устраивается работать в школу. Там она каждый день наблюдает за своими подопечностями и понимает, что одной из них приходится по-настоящему тяжело. В один день она замечает на туче синяки, а в другой узнает, что она просто голодает. В ней просыпается материнский инстинкт, а сострадание берет верх. Ожидать продолжения сериала «Мама», а именно 34-ю серию, вам не стоит, так как сюжет весь уже и так раскрыт. Всем спасибо за внимание, до встречи, пока!